Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Решила пополнить свою коллекцию вот таким домом на берегу океана. Хочу поделиться с вами опытом, как легко и быстро его собрать. Не пугайтесь количества мелких деталей. Я подскажу, как упростить процесс и превратить его в сокровище, созданное своими собственными руками. Для начала вам понадобится линейка и канцелярский нож. Аккуратно вырезаем все контуры стен нашего дома. Теперь все выкройки наклеиваем на соответствующие дощечки, стены и пол нашего дома. Вам не составит труда разобраться, все дощечки той же формы, что и вырезанные листы бумаги. Постараемся равномерно распределить клей по всей поверхности, уделяя особое внимание краям и отверстиям. Я использую обычную катушку с нитками, чтобы равномерно наклеить бумагу и убрать из-под нее пузырьки воздуха. Находим все детали экстерьера, дверные проемы, оконные рамы, двери и приклеиваем их на свои места. Спешу вас поздравить, мы готовы к волшебству. Начинаем строить дом нашей мечты на берегу океана. На каждой детали есть отметки с номерами и указанием их расположения. Здесь нам поможет инструкция к набору. Ничего сложного, просто внимательно наблюдайте за мной. Давайте еще раз проверим линии всех стыков, чтобы между деталями не было зазоров, и они располагались четко на своем месте. И, наконец, устанавливаем второй этаж. Он поможет каркасу нашего дома стать более прочным и устойчивым. Продолжаем работать над установкой крыши, козырьков, откосов, изящных перил на крыльце и балконе нашего дома. Собираем все светильники так, как указано в инструкции, и прочно устанавливаем, приклеиваем на свои места. Лично для меня это, пожалуй, самая сложная часть сборки, но результат того стоит. Сказочный домик у вас на полке, наполненный уютом,
мягким светом и обогретый теплом ваших рук и фантазии. Оно того стоит. Наш пляжный дом будет украшать изящная люстра. Собирается она гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Смотрите. Здесь нет границ для фантазии. Вы можете расставить все по своему неповторимому вкусу. Переставьте мебель. Используйте любые другие цвета и материалы для ее изготовления. Вы даже можете купить готовые наборы мебели и предметов интерьера. Это дом вашей мечты. И здесь все в вашей власти. Я надеюсь, вы остались довольны результатом. Присоединяйтесь ко мне, и я приоткрою для вас тайны миниатюрного мастерства. Благодарю вас за приятную компанию и буду с нетерпением ждать новых встреч. Пока-пока!